Thank you.
Опять те же огни. Ух ты! Опять эти ребята! Жрица ждет тебя. Кто эта жрица? Черт! Хоть бы слово сказали! Этого человека. Он не друг нашим врагам. Приветствую. Кто ты? Можешь называть меня Элуид. Мы тайные. Нас тоже когда-то похитили и привезли сюда, в этот мир, в сферу. Много веков Смотритель использовал ее, чтобы похищать живых существ из тысяч разных миров. Для переработки. Их превращали в еду, в бойцов, во что угодно, что было нужно сфере. Много поколений Смотритель был охотником, а мы добычей. Теперь этому придет конец. Послушайте, мне нет дела до вашего смотрителя. Я просто хочу найти свою девушку и вернуться домой. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Мы разработали план, как нам наконец бежать отсюда. Технология сферы позволяет слугам смотрителя открывать порталы, которые мгновенно переносят их с места на место, даже между мирами. Мы похитили несколько их машин и строим новую, которая откроет нам портал на Землю. Наш дом. Что вам нужно? Уничтожь Смотрителя.
У нас есть технология, чтобы проанализировать его мозг и добыть последний блок информации, который необходим для открытия портала. А почему вам для этого нужен я? Владения Смотрителя очень хорошо охраняются. Но, быть может, твои необычные способности позволят тебе обойти его укрепление. Путь в экспериментальную биолабораторию Смотрителя лежит за этим порталом. А как Джен? Если она еще жива, ее держит там. Смотритель оставляет некоторые образцы в живых для экспериментов. Я должен найти ее, пока еще не поздно. Если ее можно найти, то можно спасти. И отправить через наш портал домой на Землю вместе со всеми. Договорились? Я сделаю это. Да хранят тебя твои боги. Вам удалось продержаться так долго? Несколько поколений назад горстка наших предков смогла бежать от Смотрителя. Мы скрылись в глубине сферы и поселились там. И ждали, ждали того дня, когда появится лидер, который выведет нас отсюда на родину. Слуги Смотрителя снова принесли сферу людей. Она вернулась, чтобы снова собрать жатву с нашей планеты. В следующий раз сфера подойдет так близко к Земле через много веков. Мы должны действовать сейчас. Если Элуид права, Смотритель где-то здесь. А где он, там и Джен. Смотритель! Чего ты надеешься достичь, земляне? Вернись, трус!
Пусть теперь сунутся. Слава богу, Элуид была права.
Джен, держись! Держись, девочка, я сейчас! Черт, опять роботы! В гробу я видал этих роботов! О, ну ни хрена себе!
смотритель! Джен! Джен, я здесь! Сейчас я спущусь! Come on.
черта? Они что, наполовину люди? Черт! По-моему, я знаю, что там такое.
Итак, мы снова в эфире и продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей. Алло, вы в прямом эфире говорите. Земляне. Прошу прощения. Земляне. Извините, с кем я говорю? Я. Смотритель. Смотритель? Смотритель чего? Я служу матери. Вот как? И кто же это мать? Та, кому мы служим. Окей. Смотрите, чем вы нас сегодня порадуете? Кровавая жатва близится. Приготовьтесь, земля. Пожалуй, достаточно. Прошу прощения, уважаемые радиослушатели, но программа идет в прямом эфире. И застраховаться от подобных вещей нельзя. Да, сегодня шутники что-то активизировались. Ну да ладно. По крайней мере, сегодня у нас интересно. В чем это держит ее? Слава богу, я нашел тебя. Томми? Томми! Боже мой! Джен, я вытащу тебя отсюда! О, Томми! Я думала, что потеряла тебя. Какой ужас, Господи, так страшно. Мы еда, они нас едят, Томми! Они... Знаю. Слушай, нам надо бежать. Где мы? Это какой-то космический корабль, Джен. Местные зовут его Сфера. Я хочу домой, Томми. Домой в резервацию. По-моему, я придумал, как нам выбраться отсюда. Пошли. Это кошмарное место, Джен. Они похищают людей и... Но я нашел ребят, которые помогут нам бежать. Правда, сначала я должен помочь им. Пошли. Что происходит? Некогда объяснять. Время на исходе. Бежим!